Шутки в сторону. Весело и находчиво по стройплощадке вышагивают самарские КВНщики. Признаются, раньше о масштабном спортобъекте слышали только из новостей. Теперь же могут своими глазами увидеть грандиозную стройку. На стадион КВНщиков позвали не случайно. Футбол в России – одна из самых популярных тем для шуток. Экскурсанты сразу же двинулись покорять высоту. Стадион готов более чем на 70%. Сейчас идет монтаж кровли и подготовка к установке кресел, которые будут выполнены в цветах самарской футбольной команды «Крылья Советов». Как идет стройка? Сегодня увидели гости необычные – игроки команд КВН Самарской области. Поднялись они на верхний ярус, и тут стало не до шуток. Масштабы поразили гостей. Пока стройка в разгаре и нет ограждений, под самым куполом действительно дух захватывает. И даже самые находчивые теряются. Может, мы на ярус ниже спустимся, может, шутка и родится. А здесь захватывает дух. На самом деле эмоция огромная. Темпы строительства подрядчики не сбавляют. На стадионе трудится около 2000 человек. Одна из основных задач – качественно сделать футбольное поле. А игроки КВН уже репетируют, как будут болеть за сборную России на чемпионате мира в следующем году. Россия! Россия! Гол! КВНщики уже и сами строят планы на стадион и мечтают оказаться здесь не только в качестве зрителей. Здесь уже не до шуток, а, наверное, просто это можно говорить с гордостью, с улыбкой, что мы это сделаем. И я надеюсь, что потом на этом огромном, прекрасном стадионе пройдет игра КВН и выйдет Масляков и пригласит команды на стадион. И 45 тысяч зрителей скажут: «Самара forever». Это здорово. Один из самых больших и красивых стадионов в России и после 2018 года пустовать не будет. Чемпионат оставит прекрасное наследие для всех жителей региона. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События.